Итак, друзья, стартовал финальный матч очередного этапа питерских протуров, где встречаются Александр Орешкин и Алексей Буляков. Алексей сегодня дважды сумел обыграть Александра Львовича, и это поистине серьезное достижение. Посмотрим, сумеет ли он это сделать в третий раз. Это будет что-то за гранью понимания. Думаю, что Орешкин серьезно настроен на этот матч. Не факт, что он получится очень высокоуровневым, потому что игроки устали за день. Но то, что он будет мега напряженным, сомнений нет никаких. Кстати, после хороших новостей из Германии сейчас появились не очень. Борис Кольцов уступил во втором раунде Брэндону Долану со счетом 2-6. Два по 60 от Орешкина. Да, серьезно настроен Александр Орешкин. 180 выколачивает. Буляков пока не в своей тарелке. Рано делать выводы. Может быть, и в своей тарелке. 140 отвечает сейчас Алексей. Неплохо тоже, но 6 дротиков минимум будет у Орешкина на закрытие чекаута 188. Выручает себя последним броском Буляков. И сейчас 140 для Александра Орешкина. Неудачный подход, 152 для Булякова. Цепляет, по-моему, трэбл. Да, есть утроение сейчас. И сотня для Орешкина, чтобы забрать лэг на своем начале. В пятерку попадает Александр. Два дротика в удвоение 16. Делает брейк Алексей Буляков на старте матча. Вот это заявка. Да, это можно внукам рассказывать потом, что ты трижды Орешкина обыграл. Но нужно еще, конечно, довести дело до конца. Лишь один лэг сыгран. Мы понимаем, кто такой Александр Орешкин. Человек, который ментально очень силен. Если бы не ментальная составляющая, не психология этого спортсмена, то он бы не был даже близко тем, кем является. Психологическая составляющая в успехах Александра Орешкина играет очень важную роль, пожалуй, даже ключевую. Но иной вопрос, что сейчас по цифрам, в целом, определенный спад в игре у Орешкина, как я уже говорил, он выиграл парный чемпионат России с Борисом Кольцовым. Но в целом по цифрам не показывает Орешкин того, что он может в целом. И сейчас, несмотря на один трэбл, лишь приблизиться сумел он к Булякову. По-моему, чуть помедленнее стал Алексей бросать. И это предвестник не очень хороший, потому что темп у Булякова выше, чем он делает, чем он играет сейчас. Может быть, это от большого волнения.
Сотня от Орешкина. Не то чтобы заявка на брейк, но преимущество определенное имеется. Есть 60. Хорош, хорош. Алексей оставляет себе рабочий чекаут 156 и 258 у Орешкина в остатке. Нужно два утроения, чтобы иметь приличное окончание. Пока максимальный чекаут за сегодняшний игровой день принадлежит Алексею Булякову. 120 он закрыл в первом матче регулярного турнира, как раз таки против Александра Орешкина. На самом первом протуре, который я комментировал, Александр Орешкин в финале уступил Евгению Изотову, ведя с большим преимуществом по ходу матча. Но редкий случай растерял тогда свое преимущество Александр. Ну, посмотрим, что будет сейчас. Преимущества-то и нет. Но 135 тяжелый чекаут для Булякова. И как мы помним по прошлым матчам, играет он его неправильно. Через 60 начиная, уменьшая свои шансы на закрытие. Да, снова та же ситуация. Не совсем понятные действия. 115 в остатке, 2 дротика в руке. Бросок 25 ничего не дает в этот момент. Только отнимает лишний дротик. Даже при попадании в бул, бросив сектор, ты себе удвоение не оставишь. Такие мелочи, которые могут повлиять на исход. Если сейчас трэбл зацепит Орешкин. И трэбл есть. 82 в наборе, 70 в остатке, равнозначные чекауты. 72 у Булякова, могло быть что-нибудь попроще. Будет дротик у него в топс. Великолепно играет Алексей Буляков. Когда, если не сейчас, забирать титул? Когда, если не сейчас? На чекаутах стабильность очень надежно. 2 по 60 от Орешкина. 121 очко. В целом неплохо, но, конечно, после 122 дротиками хотелось большего. Замедлил темп игры сейчас Александр. Не знаю, искусственно ли, чтобы помешать так Алексею Булякову, либо сам дольше концентрируется на своем подходе. Булякову, конечно, по душе играть в быстром темпе. Но при этом справился он с Орешкиным дважды сегодня. Значит, не так на него отрицательно влияет низкий темп соперника. Надежный лэг в исполнении Александра Орешкина сейчас. Может себе оставить дабл на следующий подход. Сейчас уже не закроется. Ну и дабла не оставит. Лишь 30 очков. Нужно давить Булякову. Два утроения необходимо. Но лишь 55.
101 для Орешкина. Очередной 100 плюс чекаут может выполнить, коих сегодня было уже несколько. В данном случае надежно пошел Орешкин в бул, попал в 25, спокойно затем бросил 17 и оставил себе топс. Доигрывает этот лэг уже Алексей Буляков, а чем чаще он так смотрит вверх, тем менее уверенным является. Это было, по крайней мере, по прошлому турниру и по прошлому финалу, где он уступил Евгению Изотову. И тогда также сумев за бортом оставить Орешкина, за бортом финала в тот раз. А сегодня может оставить за бортом титула. Но видно, как сдает Буляков концовки турнира. Видимо, усталость сказывается. Не думаю, что психология как-то влияет. Все-таки в первом матче никакой психологии не пахло. Он выходил и просто разрывал на части своих соперников. То 40 от Орешкина, отличное начало. И он хоть уступает с брейком, но при этом набор выше гораздо. Восемь-три от Булякова и отличная возможность для Орешкина сейчас. .125 сейчас от Булякова. Казалось, что шансов уже немного у него на этот лэг, но сейчас они заиграли новыми красками. Не везет сейчас Булякову. И вот вроде как и шанс для Орешкина, но вроде как тут только 140 нужно, чтобы оставить себе рабочий чекаут. Булякову дальше уже попроще. .121 от Алексея Булякова. 87 в остатке. Хорош. Подтягивается сейчас к Орешкину и по цифрам. Ну и в леге, в котором вообще, казалось, нет шансов. Как все быстро меняется в спорте и в дартс в частности. 25 нужно бросать Орешкину, чтобы поставить себе 170. Правильно посчитал Александр. Оставляет себе самый большой чекаут в дартс. 87 для Булякова. Так, утроение двух попал. 57 нужно. 45 пошел под удвоение 18. Я оказался прав. Какая красота. Закрывает 87 сейчас Алексей Буляков. Да, Орешкин, конечно, в шоке, наверное, от того, что происходит. Но в большей степени мне кажется, что фиолетово Александру Львовичу на все эти обстоятельства внешние. Он играет свою игру. Это тот случай, когда человек действительно действует против мишени. Но когда надо, он умеет играть и против соперника. Иной вопрос, что против него сыграть тяжело. Можно, играя с Орешкиным, сыграть против мишени. Просто сделать это лучше, чем Орешкин. Но вот сыграть против самого Александра Львовича, ну, наверное, не представляется возможным. Не припомню я игр, которые передавили бы Орешкина как-то психологически. Переорали, перекомонили, либо какими-то другими действиями
вывели из себя, либо просто перебросали, то есть не по количеству попаданий, не по количеству выбитых потолков, а вот именно действуя психологически на его игру. То есть показывая свой дарт, свой лучший дарт, чтобы Орешкин брал и сыпался из-за этого. Я такого не припомню. Ни на протурах, ни на PDC-шных соревнованиях, коих было очень много у Орешкина. Если проигрывал, проигрывал по делу. Просто потому, что хуже играл. Но не потому, что его кто-то передавил или в угол загнал. Шанс для Буликова. Есть 60. Нет, не 2 по 60. По-моему, там все-таки в двадцатку попал второй дротик. Да, так и есть. 83 в итоге. По 60 от Буликова сейчас и 140 очков оставляет себе 118 в леге на начале Орешкина, когда у Александра еще 260. Ну вот, важные моменты, треблы пошли. Какое невезение сейчас. Отскакивает дротик. Ну 120 при этом сумел выбить Орешкин. Понятно, что 140 это слишком сложный чекаут в любом случае. Но он есть, по крайней мере. Топ составляет себе Буликов. 140 для Орешкина. Сейчас или никогда. Но не сейчас. Топс. Да, справляется Буликов. Это его день. Если он сейчас не заберет со счета 4-1 матч, я просто не поверю своим глазам. Тут какой бы Орешкин не был ментально сильный, какой бы он не был высокоуровневый, но Буликов просто сегодня выносит. Выносит всех. На даблах очень стабилен. И хоть я считаю в большей степени Буликова дартсменом куражным, нежели стабильным. Но с удвоениями сегодня он дружит очень крепко. Пытается Орешкин вернуться в матч. Сделать это будет непросто, но если данный лег забрать, то шансов станет больше. .310 пошел через 19-й сектор Орешкин. Казалось бы, уменьшая свои шансы на закрытие, но 2 по 57 и 171 очко от Александра Орешкина в такой важный момент. Да, может быть, я и раньше времени начал говорить о победе Буликова, но, наверное, все-таки нет, потому что преимущество-то очень высокое. 6 дротиков минимум на 139 у Орешкина.
80 оставляет себе Александр. И давление от Булякова. Ну, погулял дальше по мишени, попал 60, а затем неудача. Тоже 139 себе оставил. Должен быть дротик на топс у Орешкина сейчас. Да, топс. Удобно бросать. И не закрывается Орешкин. 139 для Алексея Булякова. Не сейчас. И лишь 24. Топс для Орешкина. Можно делать брейк. Да, закрывается Орешкин и, выражаясь теннисным языком, отыграл одну подачу на матч. На чемпионшип даже. Тот подход, 171 очко, был очень важным. Равные цифры по наборам сейчас. Не лучшие показатели далеко для обоих дартсменов. Сейчас Буляков, если не начнет щупать треблы, то может испытывать серьезные проблемы. Но вот этот важный бросок был последний. Давайте предположим, заберет этот лэг Орешкин. Счет 4-3. Да, бросок Булякова. Но будет какой-то шанс у Александра на тот лэг. Он им воспользуется. А дальше уже 4-4 начало Орешкина. Поэтому Булякову лучше бы сейчас пытаться что-то соорудить. Дротиков на матч у него пока не было. Несмотря на то, что он начинал лэг на матч. Подавал на матч, так скажем. Снова последним броском цепляет Рэбл Буляков. Это важный признак. Признак уверенности, что ли, если хотите. Ну, не знаю, есть ли сейчас уверенность у Булякова. Точнее, сколько ее. Насколько ее меньше, чем... В условном первом матче, когда значимость ошибки была не такой высокой. Ну вот сейчас себя не вытаскивает последним броском Буляков. И минимум 6 дротиков будет у Орешкина на 188. -4 для Орешкина, чтобы забрать лэг на своем начале. -76 на 2 дротика. 60-16. Нет, по-моему, в 20 попадает Орешкин, бросит 16, оставит топс. Так и происходит. 134 для Булякова. Нет, это очень далеко. Выручает себя последним броском. Если даст сейчас слабину Орешкин, то два дротика у Булякова должно быть на победу в чемпионате. Удвоение 10.
последний дротик, чтобы остаться в матче. Нет, не попадает Орешкин. И 56 для Алексея Буликова, для того, чтобы в третий раз обыграть Александра Орешкина и одержать победу в чемпионате. Удвоение 18. Удвоение 9. Ой-ой-ой, запротоколировали. Два дротика не использует сейчас Алексей Буликов на то, чтобы одержать победу в этом этапе протура. Александр Львович, вы не туда бросаете. У вас в остатке... Нет, нет, у вас в остатке 10 было. 10. Да. Не тот остаток для себя понял Александр Орешкин. Удвоение 4 для Буликова. Не закрылся тоже, и что-то показывает сейчас Александр Орешкин. Не знаю, перепутал, видимо. Вряд ли на табло было не то написано. И удвоение 5 сейчас. Справляется Орешкин. Не наказал его Буликов за вот эту расточительность. И сейчас будет вторая попытка у Алексея Буликова выиграть лэг на своем начале и забрать этот финал. Но вообще, конечно, Александр Орешкин должен был помнить, что он бросал в топс, потом в удвоение 10. Я ставил себе 10. Тут остаток не остаток. Я думаю, что нужно помнить о таких вещах. Но в итоге обошлось. Не сумел Буликов его наказать. И сотнями обмениваются игроки. Ох, как хорош Буликов сейчас. 125 очков, бросая на матч. Очень надежно. Ну что, Александр, нужно 171, как в прошлый раз. Ну или 180, есть 60 первый раз. И 302 остается, не очень удобное число для выхода на чекаут. 28 от Буликова, шанс для Орешкина, тут даже... Речь не о выходе на чекаут. Здесь бы приблизиться. Обойти. Нет, что-то разладилось в этом подходе у Орешкина. Может быть, от сильно большого желания. От того, что почувствовал возможность. Но обычно запах крови чувствует Александр Орешкин. А сейчас, наоборот, видимо, этот запах его сбил. Ну что, если этот лэг заберет Орешкин, то при 4-4 на матч будет бросать именно он. 125 от Буликова, уже второй раз за лэг. Красавец. Через 18 начинает Орешкин. Логичное действие, чтобы оставить себе хоть какое-то окончание, понимая, что Буликов... За 6 дротиков-то явно может закрыть 123. Молодец, Орешкин оставляет себе 164 и 123 для Алексея Буликова. Есть 57. 16 сегмент. Но это если выходить на бул. Это не обязательно делать сейчас. Потому что Орешкин далеко, да, и не выходит на бул Буликов. Ну вот, спокойно мог оставить себе топс, просто попав в 16. Но мажет мимо сектора Буликов, отнимая у себя два дротика дополнительных на следующий подход. 164 для Орешкина, тяжелый чекаут. Не закроет его сейчас Александр. В наборе, 124 в остатке, можно бросать в любой большой требл.
не принципиально. Но предпочел четный требл Орешкин, в этом тоже логика была. 48 для Буликова. Два дротика в удвоение 16. Удвоение 8. Не попадает сейчас Буликов. Вот это да. Сколько уже дротиков на матч не реализует Алексей Буликов? 104 для Орешкина. Ой-ой-ой, в единицу попал. Ладно, причем в утроение был бы шанс двумя дротиками закрыться, но просто в единицу. В этом минус игры чекаута 104 через 18 сектор, то, что рядом единица. Вот через 19 лучше, там куда ни попади в соседний сектор, шанс на закрытие будет. Удвоение 4 для Буликова на победу в чемпионате. Хороший гайд. Удвоение 2. Не справляется Буликов. Фантастика. Фантастика. 4-1 вел Буликов. Куча дротиков на матч не реализовано. 66 для Орешкина. Два дротика в удвоение 18. Удвоение 9. Не попадает Орешкин. 14 сегмент угодил. Оставил себе также удвоение 2. Ну что, Алексей, очередные шансы забрать турнир. Понятно волнение Буликова. Он уже дважды обыгрывал Орешкина, но еще и в финале его переиграть, это уже совсем, наверное, круто. Удвоение единицы сейчас. Последний бросок. Да. Поздравляем Алексея Буликова. Он одерживает победу в финальном матче очередного питерского протура против Александра Орешкина, показав не самую лучшую игру конкретно в финальном матче, но в целом по турниру он доминировал абсолютно в каждом поединке. Лишь один раз Александр Озерицкий сумел отобрать очки у Буликова, и тогда Алексей сыграл в ничью с Александром. Все остальные матчи выиграл, и трижды обыграть Орешкина в рамках одного турнира. Кому такое еще удавалось? Ван Гервену, например, не удавалось. А вот Буликову удалось. Что ж, друзья, на этом мы заканчиваем эфир. Очень крутой турнир получился. Он действительно пестрил особенными красками. Была борьба в каждом абсолютном матче, в каждом абсолютно леге. Всем пока, играйте в дартс. Всего хорошего.